Во дворце детского юношеского творчества состоялась премьера балета Петра Ильича Чайковского «Спящая красавица» в исполнении ансамбля классического танца «Мечта». В постановке приняли участие более 90 балерин. Такого масштабного действия курганская публика не видела давно. «Спящая красавица» – один из самых известных и любимых во всем мире классических балетов. История о принцессе Авроре, основанная на одноименной сказке Шарля Перро, бессмертная музыка великого Чайковского, гениальная хореография Мариуса Петипа – все это привлекает внимание поклонников балета уже на протяжении 220 лет с момента первой постановки. Балет «Спящая красавица», он не в том классическом варианте, где прослеживается линия любви. Вот. Мы сделали свою детскую интерпретацию, где не любовь пробуждает нашу принцессу Аврору, вот, а некий аромат цветка, который позволил ей и всему дворцу проснуться спустя столетний сон. Так как нам очень трудно передать линию любви, и плюс у нас нет мальчиков в балете, поэтому мы сделали такую небольшую сказку о детских судьбах. Балет «Спящая красавица» обошел все сцены мира. И вот, наконец, этот удивительный спектакль, поставленный в Кургане. Легкость, грация, техника исполнения балерин приятно удивили. А великолепные по своей красоте костюмы и декорации позволили полностью погрузиться в сказку. В постановке приняли участие девочки от 6 до 17 лет. Всего 90 танцовщиц. Такая хореография самая сложная для нас. То есть все балеты, которые мы танцевали до этого, как бы для нас так сложно не было их исполнять. В балете задействованы еще и маленькие девочки. Мы им помогали, ну как старшие, правильно ходить, правильно ставить там позиции ног, чувствовать сцену. Полный аншлаг в концертном зале ДТЮ свидетельствовал о том, что курганский балет жив и будет жить. Мне очень все понравилось. Впечатления просто шикарные. Курганская публика, мне кажется, давно такого не видела. Все было, прошло очень хорошо и замечательно. Девочки большие молодцы. Очень хороший балет, мне очень понравилось. Там танцевали наши одноклассницы, подружки. Ой, они великолепны. Хорошо все. Понравились красивые костюмы, кардебалет хорошо поставлен. Девочки стараются, очень красивые все. Приятно посмотреть.